Всем привет, друзья! Меня зовут Твикли, и добро пожаловать в такую игрушку, как Бравл Старс. Буквально пару минут назад вышел новый 9-й сезон, и сегодня мы с тобой посмотрим, что же он такого нового нам добавил. Ну и, конечно же, попрошу тебя влепить свой лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Приятного всем аппетита, кто кушает, приятного просмотра, ну а мы начинаем, поехали! И первое, конечно же, что вы могли заметить, это новая менюшка. Вот такая вот крутецкая, да. Все выполнено в таком игровом стиле, на заднем плане такой оранжевый неон, и в принципе мне эта менюшка нравится. Также, естественно, добавили новый Бравл Пасс, который добавляет также дофигища различных наград. Но самое первое, это у нас идет вот такой вот скин на розу. Мне, кстати, он очень нравится. Сегодня мы его, естественно, получим, поиграем за розу с этим скином. Также уже по традиции добавляет кучу различных ящиков, мега ящиков, больших ящиков и так далее. Ну и, конечно же, нового бойца Фэнга. Кстати говоря, сегодня мы его также испытаем и посмотрим вообще, на что он способен. Ну и далее, опять же, ящики, куча монет, ящики, куча различных плюшек, всякие эмодзи и так далее. Ну и под конец вот такой вот просто офигительный белый скин на Фэнга. Мне он реально очень нравится, я его прям себе очень сильно хочу. Ну что, давай не будем медлить и наконец-таки покупаем наш Бравл Пасс, естественно, покупаем его и сейчас сыграем за нашу розу. А может быть сначала Фэнга испытаем, короче, не знаю, и мы получаем новый скин на розу, ебой. Ну и давай быстренько откроем еще сундучок, посмотрим, возможно, выпадет сейчас новый боец какой-то и что-то реально выпадает, и это, к сожалению, гаджет на, собственно, динамайка, спиннер называется. Итак, давай сейчас быстренько поставим новый скин на розу вот таким вот образом, и все, новый скин майора роза у нас, собственно, стоит. Мне он, ну, реально нравится. Так, ну и сразу же можно испытать Фэнга, он как бы уже давненько появился в нашем списке бойцов, но я его испытывал только вне записи. Сейчас хочу вместе с тобой, если ты еще не видел, протестировать этого бойца. Итак, что же он умеет? Во-первых, дальность атаки у него небольшая, то есть это боец для ближних дистанций. И он у нас, я так понял, фигачит, короче, карате или дзюдо, но какие-то, в общем-то, единоборства. Да, и он, конечно, прям лютый. Смотри, чисто подбегает так вот ногами нафиг фигачит всех подряд. Так, ну и его ульта вот такая вот дальняя. И я так предугадает то, что он будет лететь, да? Да, он летит, прямо как в Mortal Kombat за Лю Канга, когда играем. У него также есть такой прием, где мы чисто вот так вот с ноги летим во врага. Слушайте, мне нравится реально боец. Так, ну и давай сейчас быстренько так вот ульту, значит, заюзаем, но нафиг. И 1200 урона своей ультой, но обычно атаки у него 1400, кстати говоря. И это достаточно много. Ну и давай чисто так в толпу сейчас зафигачим. А, мы вот так вот бьем чисто всех подряд. Слушай, так это вообще имба какая-то. Блин, теперь я хочу этого бойца еще больше. Естественно, я его получу. Ну и буду его прям очень жестко прокачивать, потому что посмотри, какая же ты имбата, а. Слушай, реально боец крутецкий. Мне он прям безумно нравится. Напиши в комментариях, нравится ли он тебе. Вот мне прям он вкатывает пока что. Так, ну давай что-то вот, значит, робота завалим. Вот так вот юзаем ульту на него. И вот так вот чисто его фигачим. Реально боец, мне очень нравится. Итак, ну а сейчас я предлагаю тебе отправиться в заход кристаллов, немного побегать, поиграть, потому что в этот режим я достаточно давно не заходил, вот сейчас я в основном залипаю в столкновении. Ну чё, погнали, наша первая игра в новом сезоне, надеюсь, что сейчас мы, конечно, тут всех нафиг вынесем, особенно с нашим новым скином на розу. Ну и поехали, команда вроде бы у нас не такая уж и плохая, даже отличная, чисто так начинаем всех выносить, так спокойно, пока иди-ка сюда, так тихо-тихо, там еще динамайк нас закидывает, спокойно уходим, нет, ну как так-то вообще? Ой, ладно, так, начало не самое радужное. Но я думаю, сейчас мы быстренько исправимся. Так, а ну-ка, мои маленькие, идите-ка сюда. Хорошо, так одну выносим. Отлично, забираем кристальчики. Теперь берем чисто так вот ульту берем и чисто идем выносить всех. Хорошо, этого тоже вынесли. Подожди-ка, ай, челик там убегает, ладно. Ладно, допустим, идите сюда, на нафиг. Давайте, тихо. Ульта, ну нет, не успел ульту, что ж такое-то, а? Нет, что-то враги тоже, они не такие простые. Смотри-ка, они нас реально прессуют. Так, тихо, спокойно, ультуем, хорошо. Вот так вот сейчас чисто заберем, давай, двоих. Хорошо, одну вторую, найс, отлично, вот так вот. Вот этого я и хотел, вот этого реально я и хотел. Так, спокойно, все, тихо, главное сейчас уходить из-под атаки динамайка. Спокойно, так, опять эти челики бегут, уйдите нафиг. Так, хорошо, вроде бы мы пока что побеждаем, отлично. Все, и все кристальчики у меня, можно уходить. Давай, беги. Спокойно, динамайк пошел нафиг. Так, я не хочу сейчас ни на кого идти, я чисто сохраню кристальчики, мы должны, по идее, победить. Так, спокойненько, пошли нафиг от меня, я не
буду сейчас воевать, я чисто ухожу, и... ребята, нашу первую игру мы побеждаем. Кстати говоря, по квестам тут реально у меня дофигища всего, так что придется это, естественно, все выполнять. Так, ну я предлагаю пойти сыграть еще в какой-то режим, давай-ка сходим сыграем, пожалуй, в Brawl Ball, также с новым скином Розы, поехали. Так, ну что, вот наш Brawl Ball, и, кстати говоря, по Фэнгу, по новому бойцу, у меня будет целое отдельное видео немножечко позже, так что, ребята, ждите. Так, спокойно, давайте мы сейчас чисто здесь уничтожим, хорошо там Фрэнк чисто реально уничтожает, все, можно забивать, можно реально только было убрать, спокойно. Да куда ты бьешь, ты че, прикалываешься что ли? Так, ладно, активируем нашу ульту, идите-ка сюда, братишки, идите-ка сюда, реально сюда, так чисто у нас там челик убежал, я тебя понял, подожди, так ты никуда не уйдешь, спокойно, хорошо, забираем его, так, берем сейчас мячик и нужно реально забить, ну как мне забить, когда тут типы бегают прям перед воротами, ё-моё. Так, ладно, ты напросился, но у меня хпшки опять же мало, хпшки-то мало-то как, а? Блин, как же плотно та играть стала. Реально, челики прям очень жесткие попадаются, можно завалить, а ну-ка, идите сюда, хорошо, где мячик, где? А мячик там вообще где-то внизу валяется, ну ты чё, ну как так-то вообще, скажите мне, пожалуйста, что это за тильт такой, все, отлично, мне дали пас, можно бежать, можно сейчас забить, давай, и бьем вот отсюда, и 1-0 забиваем, отлично, фух, наконец-таки забили. Окей, второй тайм, поехали, вот так сейчас чисто всех уничтожим, хорошо, ну и все, это победа, это, друзья, победа, я сейчас забью походу второй гол, бой, 2-0 мы победили. Так, ну и можем еще открыть один ящик. Давай-ка откроем, посмотрим, что здесь. Ну и тут, в принципе, ничего такого прям интересного. Так, и очки можно потратить сейчас на какого-то бойца. Так, я предлагаю потратить на 8 бит, потому что у меня там достаточно малый уровень. И отлично, потратили. Ну и давай, пожалуй, сходим в одиночное столкновение, потому что мне этот режим в последнее время очень прям сильно нравится. Я там реально прям постоянно залипаю. Итак, наше одиночное столкновение. Поехали, естественно, играем за Розы с новым скином. И сейчас чисто всех реально повыносим. Кстати говоря, потом очень сильно хочу протестировать Фэнга в этом режиме, потому что, как я говорил ранее, этот режим мой, скорее всего, самый любимый Бравл Старс, так спокойненько. А ну-ка, челик, иди-ка сюда, сейчас тебя чисто убью, хорошо, давай, найс, отлично, ой, эту штуку поставил свою, так все хорошо, вынесли ее тоже и побежали, в принципе, уже ближе к центру. Так, а ну-ка, челик, Пока, иди-ка сюда, Пока, хорошо, так, тихо, ульта, хорошо, забираем, отлично, так, тихо, ой, нет, тут Джеки, нет, уходим, тихо, а нет, не уходим, так, ультуем, и надо сейчас ее забрать. Где она? Куда она пропала? Ты чё? Так, ладно, та Джеки скрылась. Давай сейчас быстренько эту коробочку сломаем. Хорошо. Так, а 4 бойца всего лишь остается у нас. В принципе, реально мы сейчас можем победить. Так, а ну-ка, челик, сюда. Хорошо. 4 уже наших энергий есть. Отлично. Так, ой, только тут мины. Нет, мины. Спокойно, капец. Я на них нарвался сейчас. Вижу еще одну коробочку. Нужно обязательно забирать. Ребята, нужно обязательно все коробочки тут забирать. И мы остаемся один на один с челиком. Осторожнее нужно быть, потому что это, по-моему, Дэрил. И вот против Дэрила будет, конечно, тяжеловато сейчас играть, но я реально постараюсь. Нет, это жесть, это реально жесть. Тихо, спокойно, живем, тихо, ультуем. Давай, нет, ну как так-то, вообще немножечко не хватило, блин. Ой, второе место, ребята, это, конечно, неплохо, но я хочу реально золото. Итак, ребятки, еще одна игра в одиночном столкновении. И сейчас быстренько вам скажу, как же всегда брать здесь топ-1. Итак, значит, мы очень редко идем на рожон, только когда нам реально нужны очки силы. А так мы всю игру чисто бегаем и фармим наши очки силы. Вот таким вот образом, чисто разбивая ящики. Пока все остальные сражаются, ты чисто бегаешь, собираешь очки силы. И таким образом становишься сильнее, но под конец уже идешь, так сказать, файт. Так, вот реально сейчас я ни на кого не хочу лезть. Правда, за мной там уже бежит челик, но да ладно. Сейчас, кстати, тут можно еще... еще забрать. Хорошо, так забираем, отлично, и уходим, потому что тут бешеный динамайк. Реально, тут все бойцы прям очень агрессивные какие-то, прям мега. Поэтому нужно быть максимально осторожным и реально постараться ни на кого не лезть. Можно, кстати говоря, так спрятаться и подождать, пока к нам кто-то придет. Допустим, вот этот вот типочек там бежит, и, в принципе, ой, хорошо-то как. Ой, сколько тут очков силы, только надо сейчас быстренько здесь... Спокойно забрать и уйти. Так, хорошо, и стать где-то в кустах и чисто караулить. В принципе, мы сейчас 100% походу уже занимаем наш топ-1. Так, вижу, там у нас типочек бежит. А ну-ка, иди-ка сюда, миленький. Хорошо, и в принципе, здесь уже можно реально попытаться его сейчас завалить. И кажется, то, что мы реально победили. Так, он побежал там в дым. Ну, удачи тебе, челик, удачи тебе реально. Так, он сейчас, кстати, будет бросаться. Я очень плохую позицию выбрал, но да ладно. Будем чисто ждать, пока он сам ко мне прибежит. Ой-ой-ой, тихо. Не-не-не-не, это жесть. Слушайте, я сейчас, кстати говоря, чуть не проиграл, это реально жесть была. Так, нужно его как-то в кустах сейчас подождать и спокойно завалить, потому что динамайки, они реально какие-то прям мега лютые и мега бешеные. Так, спокойно, главное на его атаки не попадаться и чисто ждать, пока он к нам сблизится. А, я просто так победил?
Чё? Он, короче, где-то в дыму откинулся, и да, друзья, моя тактика, короче, работает, чисто бегаешь, собираешь ящики, ни на кого не лезешь, и легко занимаешь топ-1, в принципе, как-то так. Ну что, друзья, мы, кстати говоря, можем еще пооткрывать наград, у нас еще есть мега ящик, давайте, конечно, его открываем и смотрим, что он тут выпадает, а нам тут, к сожалению, нового бойца не падает. Окей, значит, берем еще гемы, значит, берем еще монеточки и еще больше ящик, поехали, тут у нас тоже ничего нового, к сожалению. Так, еще очки силы, давайте мы, наверное, потратим на кого? А давайте на Фрэнка, он у меня вообще не прокачанный. Так, ну еще ящик, ласт ящик на этот выпуск, и тут у нас тоже ничего такого прям особенного нет. Ну что, друзья, вот такой вот выпуск по Бравл Старсу у нас получился. Следующая серия, скорее всего, будет уже полностью посвящена новому бойцу, так что, ребята, ждите. Ну а на сегодня мы, пожалуй, завершим. Всем большое спасибо за просмотр, ставь свой лайк, если ты еще его, конечно же, не поставил. Пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь там, ну и все прочее. Всем большое спасибо за просмотр, с тобой был я, Твикли, я не прощаюсь, а говорю до новых встреч, друзья.